Соглашение о наблюдении за ходом голосования подписали в среду избирательная комиссия Тверской области и Общественная палата Верхневолжья. Что подразумевает это сотрудничество, расскажет Роман Быков. Церемония подписания соглашения состоялась в общественном штабе наблюдения за выборами на территории Верхневолжья. Здесь уже идет напряженная работа, так как выдвижение кандидатов на пост главы государства в самом разгаре. Для нас важно, чтобы наблюдение было не только на финале, но с самого начала избирательной кампании, потому что легитимность складывается из маленьких кирпичиков, которые должно сопровождаться и выдвижение, и регистрации, и очень важный момент – агитации. Согласно соглашению, сотрудничество между Общественной палатой и избиркомом подразумевает взаимные консультации, обмен опытом и информацией, создание условий для участия всех заинтересованных граждан в наблюдении. Его стандартам предстоит обучить около 3000 жителей Тверской области, чтобы в среднем на избирательном участке находилось по 2-3 подготовленных человека. Подготовка наблюдателей направлена на выработку практических навыков противодействия информационным угрозам и предупреждения нарушений избирательного законодательства, избирательных прав граждан. Сегодня портфель кейсов, рассматриваемых на образовательных семинарах, насчитывает около 50 реальных ситуаций в УИКах нашей страны. В нашей области общественное наблюдение будет вестись по всем направлениям. На избирательных участках, при голосовании на дому, через публичную экспертизу и мониторинг СМИ, а также социальных сетей. Все для того, чтобы обеспечить прозрачность и легитимность предстоящих выборов президента.